Запорожье, студия «Корица», Пшеничная София и Шатаилова Ангелина. Встречайте. И рогомщем, с 8 свечками. Ну нет, это я не ем, что такое один пирог и 8 свечей. Лучше так, 8 пирогов и 1 свечка. Поверь мне, Карлосу, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? Продолжаем разговор. Шатайловой Аниты и Пшеничной Софии.